Кстати, а кто у нас будет закрывать Олимпиаду? Вот я помню, Muse Survival написали мощную совершенно вещь, да, в Лондоне. А у нас кто будет? Уже известно? Я еще не знаю. Неизвестно? А смысл сейчас... Дело в том, что, понимаете, когда иногда спрашивают летом, а кто последний Кубок мира по биатлону выиграл? Откуда я помню, что ли? Сейчас масса других дел. Мы предолимпийские... То есть Олимпиада вообще это не ваш приоритет? Я сейчас расскажу, Евгений, да, подождите. Да. Мы сейчас приедем в Сочи, буквально через 2 дня отправляемся туда. Угу. И уже там методом погружения в материал сначала подготовимся с Настей Чернобровиной и проведем в прямом эфире на канале «Россия» церемонию открытия. Угу. Затем будут дневники Олимпийских игр, лыжи и биатлон. И только потом мы дойдем до церемонии закрытия, Евгений. Ага. Потому что излишние знания сейчас совершенно ни к чему. Угу. Нужно двигаться постепенно, но хочу сказать телезрителям «Москвы-24», замечательный канал, я его очень люблю. Это правильно. При всем богатстве выбора канал «России» на церемониях открытия и закрытия предложил совершенно уникальный, сверхпрофессиональный уровень комментария. Ну, не сомневаюсь. Если вы этим занимаетесь, то... А просто смысла уже нет никакого. Когда ты сказал, что сделаешь хорошо, придется готовиться, Евгений. Угу. Ну, как мы будем смотреть в глаза людям, вам, коту этому, понимаете? Он будет с хозяевами сидеть в благочинном месте. Надеюсь, и смотреть церемонию открытия, 7 февраля. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».